Активисты волонтерского центра «Единой России» держат на особом контроле качество дезинфекции подъездов жилых домов муниципалитета. Так, если в многоквартирном доме выявляется случай заболевания коронавирусом, то информация об этом немедленно передается в управляющую компанию и Московский областной центр дезинфекции. После того, как подъезд и площадку уберут сотрудники УК, обработку мест общего пользования проведут специалисты центра. Проверки качества спецобработки проходят регулярно.